немецкий флаг два раза и еще с петушком. Походу, это не best chicken. Ключи украли. Я поехал на базар продавать горшки. I don't understand exactly, but I understand that something was wrong, yeah? Очередной раз находимся, пересекаем экватор за неделю, уже, наверное, 535 раз. Но в этот раз мы решили сделать эксперименты о том, как закручивается вода. Вы наверняка видели эти штуки в интернете, когда в северном полушарии вода закручивается вот так, по часовой стрелке, а в южном против часовой стрелки. А на экваторе вода сливается прямо без закручивания. Я всегда думал, что это миф, и что люди там, ну знаешь, типа пальчиком подкручивают, и вода начинает крутиться. Сейчас проверим, так ли это. Сейчас попробуем в южном полушарии. Ничего не трогаем, ничего не делаем. Наливаем воду, кладем листик и поехали. На самом деле, вот эта штука нужна для того, чтобы все понимали, что ничего не закручивается, что сейчас вода стоит четко. Видишь, листочки не катятся никуда. Оп. Итак, и листочки закручиваются налево, налево. В левую сторону. Северное полушарие. Мы отошли ровно на 5 метров от экватора и на 10 метров от южного полушария. И налево? Налево, да? Серьезно? А вот у нас тазик стоит прямо по центру местному, как решили угандийцы, что он в центре, прямо проходит по экватору. Наливаем водичку и посмотрим, что у нас здесь будет. Бу! Закрывай тут. О, направо крутится. Направо. Итак, друзья, здесь крутится направо. Это прям в самом экваторе. Прям вот на экваторном экваторе. Еще прикольная тема в Уганде. Вот я здесь не задумывался об этом раньше. Но смотрите, вот значок Уганда. Флаг, в смысле, не значок, флаг. И он выглядит как немецкий флаг два раза и еще с петушком. Вот, не знаю, что это значит, но видите, да, то есть дважды немецкий флаг и петушок. Или там другие цвета в немецком флаге. Блин, я что-то забыл, честно говоря. Но кто знает, напишите, я потом погуглю тоже, посмотрю. Hello. Sorry. But you see very well that if I stand here, you see very well. You see that vehicle there? Yeah, I see. You overtook it from where? А, он остановил эту херню, которую мы погнали. What is it? Could you explain? We not... I don't understand exactly, but I understand that something was wrong, yeah? That is it. Uh-huh. Yeah, you stop him. I stopped this one and the other, because this one overtook the other, and a bad place in the corner. Here is a bad place? Yeah, there was a straight line and dotted line this side. You're not supposed to cross, you're not supposed to cross. Before you crossed the corner. Oh, I'm very sorry. So, is that you? I'm very sorry. Then he caught 600, or 1 month in prison, or 1 year in prison. Uh-huh. So you choose one. 100 we choose. Choose one. Well, I go for 1 year in prison. We choose 100. Why are you choosing this one? I'm awfully sorry. Короче, говорит, 600 заплатите там, либо 100 здесь. Давай уже 100 здесь и поехали. Окей. А дай подарок, дай подарок ей. Какой подарок? This is for Russian police. Yes. It's for you. It's a Russian police man. Russian police. Yeah, it's a Chevron. You make it like on the... So then in your country, how do you do when you get it's for your collection. Pass the way. Ром, не затягивай.
Да, сотню и все. Не затягивай. Какую сотню? Вы что, сотню? Это ты сам сказал сотню. Так это я с ней сторговался сначала. Окей? Okay? We can... What decision we can do right now? 100? Okay, maybe small discount for first time. First time in Uganda. First penalty. Small penalty? Yeah, it's not big deal. Yeah, we just... It's big? Yeah, we just make small mistake. It's small. Yes. This one is very small. Paying 600. Yeah, because of different rules in different countries. We don't know. 600 every... and 1 year in prison. Yeah, but it's in different countries. It's different rules. We don't know all rules. Yeah. And you're not supposed to overtake there. Even where you're going, you don't overtake in the corners. Yeah. Okay. Speed, don't. Mm-hmm. Okay. We have another highway code. Yes, I like you. Try this, Рома, попробуй, надень. Да. О. What about helmet? Helmet is mine. Let me give him the highway. Начальник полиции дарит нам книжку с правилами до угандийского дорожного движения. Is it actual or it's not the same that one? Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Are you general? Is it general? Corporal. Yeah. Corporal. Like a general. Yes. Okay. You will be general. You will be general. Thank you. I'm about to retire. Yeah. Bye. Okay, please. Thank you. It's police. Police. Russian police. Yes, police. Yes. Okay. Thank you. Bye. Okay. Bye. Все как обычно, не бывает быстрых передвижений по Африке. Всегда что-то случается. Вот сейчас нас тормознула полиция. Пытались развести на бабки, как обычно. Все эти сплошные, не сплошные, это все не для нас. То есть это все придумали глупые белые, которые здесь даже не живут. Вот. Но это не значит, что мы должны эти правила соблюдать. Но мы случайно обогнали и превысили скорость. И нас пытались... Сплошную, да, нас делать. Пытались развести на сколько? На 150 баксов. Нет, больше. 200 баксов. 200 баксов либо год тюрьмы, но мы дали им 12 баксов, но взамен зато у них попросили книжечку на Anton. Anton, I'm a Roman. Nice to meet you. Nice bicycle. Hey. Короче, у него здесь, смотрите, есть место для фонарика. Вот так вот делается и светится фонарик, но нету лампочки. То есть можно просто наклонить, он будет крутиться. И от колеса динамо машина будет гореть свет. Вот такая у него тюнинг здесь, дизайн. Ёршик туалетный. Здесь он возит грузы. Вот такой у него крутой велик. Сейчас мы сделаем на нем тест-драйв. Осваиваем местный транспорт. А, вон из кошки. Что, ты на велосипеде никогда не ездил? Я поехал на базар продавать горшки. В общем, дороги ужасные. Сейчас работаем на грейдере, чистим дороги, чтобы можно было проехать до Биртавиля, иначе туда не пропасть, не попасть никак. Вот сейчас сначала грейдер, потом дастер. Заводи, Ром, что ты стоишь-то? Ключи украли.
У них, короче, пистолеты другие. Это пистолеты от дизельного автомата, и он не влазит в наш бак. Дизельные и бензиновые автоматы, пистолеты, они немножко разные по диаметру. И поэтому... Бензин стоит $1, но я хотел вам показать не это. Мы хотели показать маршрутку для кур, для цыпочек. Вот так вот цыпочки ездят в Кении. Миш, что ты хочешь купить? Сейчас. Да, я хочу купить курицу. А ты же вегетарианец? Нет, я не вегетарианец. Я мусульман. Эй, мистер, we wanna buy one. Давай выбирать, какая? Do you have the name of this chicken? Клара, Света, Даша. $5. $5 уходит в бюджет Кении. Фига он ее. Сейчас мы ее посадим на лобовое стекло, чтобы она стабилизировала. Она такая спокойная. Она может стабилизировать твою камеру. Нет, она... Это сломанная курица. Сломанная курица, да. Так курица не работает. Ну-ка, давай, пацаны, вверх она. Поменяйте нам курицу. Похоже, это не best chicken. Мы сильно-сильно торопились, но в итоге не успели перейти границу Эфиопии. Перешли Кению, но не перешли Эфиопию. И теперь мы нелегально, без штампов, без всего, машину оставляем здесь. Идем пешком в отель спать в Эфиопии. Надо еще деньги поменять. Сегодняшнюю ночь в Эфиопии пройдем нелегально. Завтра утром в 8 утра придем, будет открыт таможенный контроль, и мы пройдем все официально.